Всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по северу Аргентины. И сейчас мы находимся на территории провинции Сальта. Сальта – это один из главных винодельческих регионов Аргентины. И также про Сальто говорят «Сальта Линда», то есть «Сальта красавица». А вчера мы уже побывали в городке Кафаяте. Смотрите предыдущее видео. Это была большая удача попасть на день города, на день рождения этого колониального городка. Один из самых певческих городков. И попасть на праздник фольклора – это невероятная удача. Поэтому, кто еще не видел мое предыдущее видео, заходите в мои плейлисты «Аргентина с Еленой Вивас». Смотрите местный аргентинский фольклор. А сегодня наше путешествие уже непосредственно в столицу провинции Сальта. И пока мы до нее доедем, ехать нам, как показывает навигатор, 3 с небольшим часа. Это потрясающие пейзажи, красные почвы, невероятно изумрудная зелень и всегда на горизонте панды какого-то невероятно розового цвета. Я не знаю, насколько сможет моя камера передать всю эту красоту, но моя главная задача – это вдохновить вас на новые путешествия по Аргентине, потому что на самом деле это все нужно видеть только собственными глазами. Итак, погнали знакомиться с провинцией Сальта. Первая наша сегодняшняя остановка – это Кебрада Кафаяте. Это просто невероятное зрелище. Идемте посмотрим. Подниматься туда нельзя, поскольку это достаточно сыпучая конструкция, поэтому запрещено. Видите, такое вот оно, практически как песочек уплотненный.
Остановочка. Думали зайти в туалет, но что-то как-то мне не очень. Одна здесь кабинка для дам и другая для кавальерос. О, даже унитаз стоит, я-то думала, там дырка в полу. То бишь практически цивилизация. Идемте заглянем в этот домик. Написано, что дают еду. Не знаю, насколько это безопасно. Мой друг, с которым мы путешествуем, вчера где-то траванулся слегка. Вот такая вот избушка на курьих ножках. Хотите экзотики, ее здесь очень много для вас. Это вот уже более привычная форма туалета из советского детства. С дыркой в полу и с унитазом на всякий случай. Зато какой романтик! Река Лас-Кончас, то бишь ракушки. Кстати, да, вижу, что там очень много ракушек. Но общий вид с горой более интересен.
невероятная. Везде просто невероятная красота. Увидеть и умереть. И это не о Париже. Это о Сальте в Аргентине. Прелести цивилизации. Солнечная батарея. А я-то думала, как они электричеством себя обеспечивают. Это, кстати, возле входа пенечек. Это пенек из кактуса. Очень часто здесь можно их встретить в продаже. Такой вот рассадничек кактусов. У него их здесь несколько штук. И невероятной красоты желтое дерево. Смотрите, сколько их здесь цветет красиво. Песок в шлепанцы заходит. Горячий, просто невероятно. Которую здесь сейчас можно увидеть в нашем путешествии между Кафаяте и Сальто, городом имею в виду Сальто, невозможно, потому что это 300 километров, и это 300 километров какой-то бесконечной красоты, марсианских пейзажей. Это вот как во вчерашнем путешествии, когда хочется через каждые 100-200 метров останавливаться и снимать. Но, естественно, это невозможно, поэтому сделали всего несколько остановок, а все остальное из окна автомобиля. Ну, зато так можно больше увидеть, на скорости же всегда можно больше увидеть. Очень потрясает местная растительность. Из отрядов кактусовых, акациевых, красные почвы. И когда вот эти красные почвы, они покрыты вот этой растительностью, ее нельзя назвать зеленым цветом. Она, в общем-то, нереальная, космическая, марсианская, так же, как и все эти пейзажи. Это то, что обязательно надо посетить в Аргентине. Ну, а на этом пока у меня на сегодня для вас все. Оставайтесь на связи, потому что наше путешествие по северу Аргентины продолжается.